Эй, мой лучший, о, ты чего на меня так смотришь? Да я не на тебя, а на вон того. Вот он сидит, еще не подписался. Подпишись-ка давай на канал. Вот, другое дело. Как собака и могучий орел спасли птичек. Что за знакомый запах? Это какие-то камни. Что это? Что это? Какие-то камни. Ой, мне знаком этот запах. Кажется, это запах таких вот птичек вот. Друзей Андрея. Но почему-то они выглядят как камни. Что же делать? Надо как-то их спасти. О, я знаю, кто мне поможет. Хей, могу чару. Спаси! Помоги мне! Птички, приодись, камни! Что? Откуда ты знаешь? Я все знаю! Я увидел этот запах птичек! Которые в камни превратились? Да! И тебе что, тебе одному не справиться? Да! Конечно, не смогу это потащить сам! Сам, помоги! Вот они! Они похожи на птичек запах! Давай, ну, ладно, да, кошмар! Вот и я, да, вот и я говорю кошмар. Кто-то решил уничтожить всех друзей. Анатолий решил забраться со всеми друзьями Андрея. Да. Чтобы со мной приключиться с моими друзьями. Чтобы с ними приключиться. Не знаю. О, свинки, здравствуйте. Вы тут все на острове знаете. Может, порекомендуете нам доброго волшебницу или волшебника? Ну... В этом острове есть один волшебник, который может все. Только он бывает злым. Если вы не боитесь его гнева, то можете попробовать с ним договориться. Мы с могучим орлом никого не боимся. Правда, могучий орел? Ага. Ну, осторожно, не бегите с него. Хорошо, хорошо. Эй, волшебник, ты там? А? Эй, что вам от меня надо? Нам нужна тут помощь. Наших друзей кто-то превратил в камни. И мы не знаем кто. Слушай, ты бы не мог нам помочь их расколдовать? Они ведь наши друзья, наши любимые друзья. Поможешь нам их расколдовать? Можешь? Ну что ж, помогу я вам. Превращу ваших друзей назад в птичек, только с одним условием. Каждую ночь они будут превращаться во злых слизней. Нет, нас так не устраивает. Тоже положи камень. Да, да, нас так не устраивает. Ну тогда ваши друзья навсегда останутся кусками камней. Эй, колдун, а нельзя ли без твоих этих злобных штучек? Без штучек нельзя. А будешь грубить, превращу тебя в жабу. Нет, не жабу. Смей. Ну-ка, не смей. Ну, могучий орел, боюсь, у нас нет выбора. Ла. Ну ладно, волшебник, мы согласны. Ну, хорошо. Сейчас буду расколдовывать ваших птичек. Приспичек. Добра, кадабра, мэрибока, нинтата, микисенту, мирипата, собигета, микапута, собината, микасока. Судья, ты живая? Подожди, вот это больно.
вы живы? Да, мы живы. А что с нами было? Мы вам потом расскажем, как-нибудь потом расскажем. Ну хорошо, мы, пожалуй, пойдем к нашему другу Андрею, а то мы давно его не видели. А вы пока идите, идите домой, могучая орел и собачка. Хорошо, мы пойдем. Тем временем. Эх, что же мне теперь делать? Где искать вас? Андрей, привет! Привет! Привет, Андрей! Привет! Ой, друзья! Где же вы все были? Я так рад, что вы живы! И мы рады! И мы рады! О, я так рад, что вы наконец-то живы! Ладно, уже вечереет, уже пора идти, уже пора идти спать. Ну ладно, пошли. Пошли. Ладно, все, ребята, пока. Пока. Нам надо уже пойти поспать. Ну да, мы пошли. Мы не превратились. Мы превратились в сливы. Вы не видели, что происходит. Нет, они не знают. Тише. Конец мультфильма. Ребята, если вам понравилось и вы хотите увидеть новые мультики, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а на этом все. Всем пока-пока.